Сколько вешать в граммах? Всем привет! Мы сегодня хотим рассказать, то есть продолжить наш цикл передач относительно того, какие продукты мы употребляем на сегодняшний день. Как мы питаемся, как мы справляемся с проблемой не набрать вес. Мы уже рассказывали о том, что мы используем программу, это подсчет калорий. И сегодня мы хотим вам показать вот, ну, наглядно, что сколько весит. Ну, то есть для многих, особенно для девчонок, которые готовят, часто используют там какие-то рецепты, ложка столовая того, ложка, мы как бы немного, в общем-то, понимаем, что сколько весит. А деловые женщины, которые у нас редко готовят, для них это большая новость, что, допустим, ложка столовая, она сама по себе весит почти 50 грамм. Очень много мужчин, которые в этом не понимают, то есть я просто смотрю на Лешу и понимаю, что он... Но абсолютно не ориентируется. То есть он все время все взвешивает. Если я на глаз могу что-то сделать, то ему надо все время взвешивать, убеждаться, что это именно столько весит. Колбаски свешите? Сколько? Ну, грамм 200-300. Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю, сколько получится. И вот для таких дотошных мы сегодня, в общем-то, наглядно покажем. Просто даже для некоторых это удивительно, что там, допустим, ну, яблоко весит 150 грамм. И даже когда вы будете там в магазине выбирать, вы уже примерно будете знать, что, допустим, помидор, который помещается в руке, вот, допустим, вот так, вот в руке, в руку вы взяли такой большой помидор, вот он весит здесь 170 грамм. Вот я сейчас вам наглядно покажу. Больно. Наглядно? Я вот вам сейчас покажу. Ну, вот примерно один помидор такой большой получается. Вот 170 грамм. И вот сегодня покажу вам все примерно, что сколько весит. И ложки. У всех ложки разные. Вот, допустим, две вроде бы там столовые ложки. Но какая разница? Но это, в общем-то, не столовая, это такая, размешивать там что-то. Чайные ложки, бывают вот такие, как они, десертные, наверное, называются. Ну, вот эта ложка, зачем ты мне ее положил, я не знаю, она совсем нам не подходит. Ну что, начнем, пожалуй. Вот, допустим, апельсин, большой апельсин. Мы его взвешиваем. 402 грамма. И апельсин, который уже Леша подготовил, который он очистил, 312 грамм, практически минус 100 грамм, это кожура. Поэтому, когда вы, там, допустим, решили съесть какой-то фрукт, если вы хотите почистить яблоко, вы лучше взвесьте его без кожуры. Допустим, вот яблочный пирог. Есть на канале рецепт, все пользуются, всем нравится. Вот яблочный пирог, мы его сейчас тоже взвесим. Это 1/8, 38 грамм, 1/8 пирога. То есть в рецепте я использую 10 ложек овсяных отрубей. То есть получается это где-то примерно 1,5 ложки овсяных отрубей. Вот, ну, считайте, в день вы съедите вот такой кусочек или половинку этого кусочка. Дальше, вот допустим, то есть миндальные орешки, они поджаренные, такие высушенные в духовке. Миндальные орешки... Вот 10 штучек весит 10 грамм. 11 штучек. Вот 10 грамм это 11 штучек, будем так говорить. Вот, допустим, берем шоколад. Горький шоколад, 85% какао. И здесь, вот обращайте всегда внимание на упаковку. Вот здесь вот в углу видно. Здесь калории в 25 граммах, то есть в одной вот в такой дольке. 25 грамм, 151 калория, килокалория. Да? Ну, допустим, мне хватает вот половинки этой дольки, это получается там 75 килокалорий, вполне достаточно. Дальше. Ну, вот такие продукты, ну, это вот такой диетический продукт, это кукурузные галеты. Здесь тоже, вот 20, вот можно обмануться, вот 23 килокалории написано, да? Но это 23 килокалории, это в одной вот такой лепешке, галете. Вот в одной галете 23 килокалории. То есть одна галета весит 6 грамм.
взвешиваем. Ну, плюс-минус, это вы понимаете, погрешность весов. Теперь мы возьмем наши любимые овсяные отруби. Вот можно взять, допустим, ложка отрубей. Вот столько, вот большая ложка, полная, да? Можно взять неполную. Вот так. Поэтому мы сейчас увидим разницу между полной столовой ложкой и неполной. Берем ложку, взвешиваем. 48 грамм. Запоминаем. Берем неполную ложку. Вот такую. Ну вот, 55 грамм. Ложка весит 48. Соответственно... Ой, извините. 55 грамм, ложка весит 48, соответственно, 3 грамма. Ложка весит 48, соответственно, 7 грамм. Вот такое количество отрубей, это всего 7 грамм. Вот такая неполная ложка. Теперь мы возьмем такую, знаете, вот с горочкой ложку и взвесим. Получается 62. Отнимаем 48, получается уже... И получается 14 грамм, уже больше в два раза, то есть двойная порция. Берем пшеничные отруби. Они такие, знаете, очень воздушные, очень легкие. Помним, что ложка у нас весит 48 грамм. Берем неполную ложку. 50, то есть всего 2 грамма. Вы можете себе представить? Всего 2 грамма. Ну и, соответственно, я уже, наверное, не буду сильно набирать. Ну вот так вот. А это всего 3 грамма. То есть вот пшеничные отруби, они очень легкие. Теперь я вам хочу показать вот семена чиа. Но мы используем не столовые уже ложки, а вот чайные. Взвешиваем чайную ложку. Чайная ложка у нас весит 18 грамм. Берем вот, ну вот чуть-чуть. Чайная ложечка неполная. То есть 3 грамма. Сырые семена подсолнечника. Вот берем ложку столовую и взвешиваем. 56, 8 грамм. То есть вот столовая ложка, это 8 грамм. Макароны — это твердые сорта пшеницы. И, допустим, берем одно такое гнездо. Вот одно такое гнездо весит 36 грамм. И опять же смотрим, сколько калорий содержит порция. Вот здесь порция, вот здесь видим, 80 грамм. То есть, грубо говоря, 2,5 порции. 80 грамм, да? Давай, раз, два, три. То есть здесь получается порция 80 грамм. Ну, это, грубо говоря, 2,5 вот эти вот завитушки. Но это я варю, допустим, на двоих, обычно 150 грамм, просто в общем весе взвешиваю и потом делю. Вот. То есть вполне себе можете позволить. Ну что у нас еще есть? Есть такое, ну я так называю это баловство, иногда хочется себя побаловать. Вот, допустим, мы используем вот такое варенье. Это варенье без содержания сахара. Персиковое варенье. То есть, ну, если учитывать, что какое количество вы себе позволяете... Допустим, фруктов, если вы уже съели там свою норму или не доели, вот я вам просто покажу наглядно, сколько, вот, допустим, чайная ложечка. Ну, не знаю, конечно, может быть, кто-то хочет там полбанки сразу съесть, но я думаю, что если вот, ну, как я называю, оскоминку сбить, если вот прям вот совсем вот сильно вот хочется, ну, шоколадки, вареницы немножко, все, можно себе позволить, но понимать, сколько вы съедаете. Помним, что у нас 18 грамм стоит, весит чайная ложечка, ну, вот такое количество, это 9 грамм. То есть, грубо говоря, чайная ложечка, вот такая полная, это 10 грамм. И смотрим, опять же, вот 2 чайные ложки, это 31 калория. Но вполне можно себе позволить выпить чайку с вареницем. Вот еще мы используем каждое утро, это арахисовая паста. Она разного вида бывает. Мы используем такую с кусочками арахиса. И мы съедаем 1 чайную ложку. Я вам сейчас тоже наглядно покажу. Взвешиваем. И получается тоже вот чайная ложка 9-10 грамм.
Этого вполне вот на завтрак намазать себе на кусочек овсяного хлебушка или кусочка там печенья какого. Арахисовая паста, это мы для себя, когда поняли, что у нас в организме нам не хватает магния, мы для себя решили, что вот арахисовая паста нам поможет. То есть и действительно она, в общем, такая полезная для нас. Это, в общем, такой натуральный источник магния для нас. Вот мы еще используем йогурт. Мы используем вот такой нежирный йогурт. И вот я вам сейчас покажу. Вот столовая ложка. Такая достаточно с горкой. Ну, такая хорошая. Помним, что ложка весит 48 грамм. И здесь получается 80. То есть 32 грамма – это вот столовая ложка. Если я где-то там ошибаюсь, вы уж меня извините. И, допустим, вот 32 грамма – это ложка йогурта. И берете, допустим, ложку нежирного творога. Такая тоже хорошая. Вот ложка творога 90 минус 48 – 42 грамма. То есть примерно около 40 грамм вот ложка. Если, допустим, возьмете там поменьше, 68, 20 грамм. Я вроде бы все показала. А, киви, да? Ну и на десерт у нас киви. 86 грамм. Ну вот, чтобы вы понимали, что один киви весит примерно там 90 грамм. Если, да, это вот, знаете, многие спрашивают, а как вы обходитесь в отпуске, в поездках каких-то? Ну вот так вот примерно уже привыкли, это уже достаточно количество лет, поэтому для нас проблем нет. И если вы вот так вот будете питаться и следить за количеством съеденного, то я вас уверяю, через там 2 недели вы уже будете очень свободно ориентироваться и не так тщательно все взвешивать, вы уже примерно будете понимать, что и как. Самое главное вот понять, какой объем, сколько весит и сколько калорий вы употребляете. Ну, на этом мы будем заканчивать. Надеюсь, видео вам было полезно, вы чего-то почерпнули для себя новое. Поэтому посмотрите, если вам понравилось, ставьте лайк. Нам очень приятно, когда мы видим эти пальчики вверх. Спрашивайте, пишите в комментариях, мы всегда всем ответим. Худейте с удовольствием, всем пока!